Привет, ребята! Здравствуйте вам! Город Ульяновск, стадион Труд. На ваших экранах 16-й тур Мелбет первой лиги. Два новичка лучшей лиги мира встречаются сегодня. Между собой Волга принимает махачкалинское Динамо. Разные судьбы у этих коллективов. Делает передачу направо Евгений Воронин. Передача на Дмитрия Ефремова. Прошу прощения. И первый такой очень опасный момент. Дмитрий Ефремов открывался под удары. Площади уже даже не в штрафной. Навес и ворота. Закручивал мяч Азнаур Гирюков. Еще один удар. И кто-то вынесет мяч. Нет, еще один удар. И Дмитрий Ефремов уже последний удар наносит. Но я так думаю, футболистом Волги. А вот здесь хороший заброс и принимает мяч Эрбол Атабаев. Вот это блестящий. Только что я так немного пожурил Динамо за отсутствие качественных атак. Ну и, в общем-то, пока среди плюсов. А вот Гаджиев бьет поворотом. И хороший сейф в исполнении Дениса Еремеева. Ну, не сказать, что был сложнейший удар, но в тройке центральных играет. Нет, все-таки ушел на фланг. Удар и мимо ворот. Но не стесняются бить, все-таки чувствуют, наверное, футболисты Динамо. Прямо сейчас принесут. И что произошло? Какой удар! И от земли мяч отскочил. И быстрый выпад Динамо. Есть Магомедов слева. Удар! И мимо ворот летит мяч. Было ли там касание с защитником, но пока оба на газоне. Денис Рахманов прошел над Билала-Билалова, заброс и выход. Дмитрий Терновский прочитал под финальный свисток Юнуса Кашко, который фиксирует нулевую ничью